В американском штате Флорида огромный медведь забрел на территорию жилого дома. Обнаружила незваного гостя хозяйка. Косолапый крепко спал на лужайке. Испуганная женщина вызвала специалиста по диким животным, и тот вскоре выяснил все подробности этого визита. Оказывается, в соседнем дворе медведь украл 9-килограммовый мешок собачьего корма. А после обильной трапезы вора прямо на месте преступления сморил сон. Будить спящего зверя не решились, а просто устроили фотосессию. Как сообщают, ни во время, ни самое главное после съемки не пострадало ни одно животное.